давайте начнем. Давайте. Давай, давай, давай. Послушайте составы играющих команд. На поле играет 2005 года рождения. Наша первая команда в кабинете будет желтая. Матвей Кошелев, вратарь команды, номер 29. Денис Арсланов, номер 21. Петр Багаевский, номер 9. Михаил Токин, номер 19. Алексей Маховеев, номер 31. Дмитрий Невидный, номер 99. Борис Парсидов, номер 11. Семен Пещальников, номер 22. Владислав Российский, номер 93. Владислав Сергеев, номер 5. Антон Шамонин, капитан команды, номер 10. Старший тренер команды Алексей Зимин. Представляем состав команды ЦСКА. Владислав Владяшкин, вратарь команды, номер 1. Джамал Абдул-Кадыров, номер 4. Майк Айвазян, номер 3. Артем Бандитян, номер 5. Дмитрий Калайда, капитан команды, номер 10. Дэвид Мудра, номер 8. Егор Польщиков, номер 11. Сава бригаду арбитров. Главный судья матча Павел Толкничев, помощник судьи Равиль Ильиндинов и Станислав Брашин. Ворота Строгиной забил Джамал Абдул-Кадыров, номер 4. Вот, сейчас.
Парни, ты вообще оживайте, пацаны! Разрыв пошел, давай! Я чуть-чуть поставлю на тебя! А ты только на него смотришь! Мол! Вышло! Играйте, играть там! Вот. Там накрыли! Он ведет, ты слушаешь, да. Он не дал. Ты видишь, что закрыт коридор. Сразу опять, сразу ширину. И он тебе ноги отдаст. Туда-сюда, туда-сюда. Думай. Егор, не так, надо так близко. Можно уже. Побуже, поуже, чуть ближе. В середине поближе. Шире, Тёма, шире, быстрее, на руке! Миша, иди, Миша! Тащите, тащите!
назад, Миш! Раньше там! Слава! Да, там! Да! Да, Миш, раньше! Почему я тебя гоняю? Миш, сам! Сам делай свою работу! Спрятался там за кратком. Миша, не дай. Читай. Ты смотри, видишь, ширину. И ты будешь линию видеть, и Егора видеть. Ой, Егора, Дэвида. И тогда не зайдешь. Миш, шестой номер, шестой номер. Да быстрее, Батяс, быстрее еще. Шестой номер у тебя, Китай. Итак, два эпизода ты не успел, и там, и здесь. Забудь про него, за десятку с центральными защитниками играет. Итак. Мяч в ворота Строгино забил Михаил Редно, номер два. Не вешайте нас, парни! Играйте, играйте! Теперь чего терять, играйте! Играйте, адресат! Сильнее передача, Антон! Не бывает таких передач в футболе! Да. Парни, под контроль мяч! Много потерь! Что тут? Бега есть! Да, мне совсем не было. Вот расист! Вот расист! Вот! Сава, вот смотри, вот здесь позиция хорошая, но принимаешь мяч с корпусом к своим воротам. Вот так, чтобы сразу для разворота. Сава, корпус, быстрее его разверни, тогда мы вперед можем играть быстрее.
Артема, под контроль этого игрока. Все. Мяч ворота Строгину забил Майк Айвазон, номер 9. Команде Строгино произошла замена. Вместо Хета Кабанаевского номер 9 на поле вышел Тимофей Аверьянов номер 7. Конечно! Держать! 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 Держать!
раньше, Дима, раньше туда. Джамал, ну не надо этого делать, Джамал! Джамал, почему за спину? Посмотри, у него защитник за спиной, он не выиграет позицию. Если длинная, то тогда укороти ее, чтобы Майк принял на грудь. Джамал! Не так под него, а вот так сразу же. И тогда мы можем голодина играть. Играешь, Дима, с шестым номером.
Леша, Леша, в этой ситуации нельзя быть за игроком. Будь перед ним. Thank you.
Влад, у тебя вариант вот здесь, Артем, есть. Зачем? Хорошо! Бега, то, что надо. Марк, готовься. Дима, здорово. Марк, давай шустрее, какую манишку? Марк, снимай все, выходи сейчас. Мяч в ворота Строгино, забил Роман Чинчиков, номер 7. Я замену, давай, все. Мяч в ворота Строгино забил Роман Чинчиков, номер 7. Команда Строгино произошла замена. Вместо Дмитрия Невидима номер 99 на поле вышел Марк Рогозин номер 2.
Мяч ворота Стразино забил Майк Айвазян, номер 9. Таскать мяч, играйте в футбол! Выживай, выживай быстрее, Санек! Быстро, быстрее! Почему не идет? Миш, ты ему говоришь, забегай, а сам не даешь. Ну, отдай сразу тогда. Дима!
Там! В команде Строгино произошла замена. Вместо Матвея Кошелева, вратаря команды номер 29, на поле вышел Кирилл Науменко, номер 13. И вместо Дениса Арсланова, номер 21, на поле вышел Лев Эрлихман, номер 77. В команде ЦСКА произошли замены. Вместо Владислава Водяшкина, вратаря номер 1, на поле вышел Даниил Удодов, номер 35. Вместо Джавала Абдулкадырова, номер 4, Артема Бантикяна, номер 5, Дмитрия Калайды, номер 10, Егора Польщикова, номер 11 и Романа Ченчикова, номер 7, на поле вышел Алан Бажов, номер 12, Кирилл Бобров, номер 14, Дмитрий Бородин, номер 15, Лукас Бурский, номер 17, Илья Красавин, номер 19. Стоите, Дима, стоите! Подвигайтесь! Игроку с мячом варианты предложите!
Иди, пожалуйста, 11 номера, чтоб не бил по ногам сзади. Либо мы сами его накажем уже. Саня, вставь один раз или так, он сбегает, он ходит. Арбитр, вы подскажите, ну сколько можно быть после момента сзади бить по ногам? Если вы не предупредите, мы сами тогда накажем. Играйте жестче! Эй! Илья! Саня! Жестче играйте с ними! Мяч ворота Шпагину забил Эдик Мудрак, номер 8. Владеет, владеет! Вышли! Руками не держит, ну, алло!
Вышли, вышли, идите! Шире! Ну, парни! Ну спокойно, он ему ногу чуть не сломал, прямой ногой идет. Спокойно. В эти моменты выпускаете, вот во что выливается. Иди туда! О! Очень легко выигрываю! Очень легко заходит! Да ты в центр-то лезешь все время, Лука! Чуть-чуть успеть! Май, рукой поменяйте. Дима, предлагай себя шире и выше, Дима. Да. Ее.
Мяч ворота Строгино забил Лука Гиурский, номер 17. Команде Строгино произошли замены. Вместо Алексея Макарьева номер 31 и Бориса Парсегова номер 11 на поле вышли Григорий Лагин номер 17 и Алексей Чайка номер 15.
Отойдите, Марк! Легко очень, парни! Мяч ворота Строгино забил Май Альвазян, номер 9. Половины.
Выйди! Ну-ка!